В центре Красноярска совершено вооруженное нападение на адвоката. Как сообщили в Главном следственном управлении, все произошло накануне, когда 34-летний адвокат был в кафе «Метелица» на проспекте Мира. По предварительным данным, там его встретили мужчины, с которыми он был знаком в связи со своей профессиональной деятельностью. Сначала началась словесная перепалка, а затем драка. Нападавшие открыли огонь из травматического пистолета. Юриста доставили в больницу. Известно, что пострадавший входит в состав Красноярской коллегии адвокатов. Мужчины были настроены агрессивно, адвокат вместе с ними вышел на улицу, где они продолжили предъявлять к нему претензии. Их разговор перешел в конфликт, затем последовали побои. Мужчина попытался скрыться от них, но его продолжали преследовать. К нему было применено травматическое оружие, около 9 выстрелов прозвучало. Мужчина попытался скрыться в гостинице «Метелица», откуда был вызван наряд полиции. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.